Краткий перечень воздействия аминокислот на наш организм. Валин. Для максимальной эффективности необходим баланс с лицином, изолицином. Во время диеты участвует в производстве энергии при интенсивных тренировках. Образует и запасает гликоген. Активизирует умственную деятельность, активность. Необходим при синтезе пантотеновой кислоты. Изолицин. Для максимальной эффективности. Необходим баланс с лицином и валином. Принимает участие в образовании гликогена. Принимает участие в образовании гемоглобина. Снижает уровень холестерина в крови. Лицин. Для максимальной эффективности. Необходим баланс с валином и изолицином. Во время диеты участвует в производстве энергии при интенсивных тренировках. Помогает заживлению поврежденных кожных покровов и костной ткани. Уменьшает уровень сахара в крови при диабете. Расщепляет холестерин. Лизин. Повышает устойчивость к отдельным вирусам. Принимает участие в образовании антител. Совместно с витамином С образует карнитин. Карнитин повышает устойчивость к стрессам и жировой метаболизм. Снижает утомление, восстанавливает костную и соединительную ткань. Поддерживает высокую производительность иммунной системы. Стимулирует умственную работу. Метионин. Антиоксидант. Нейтрализует свободные радикалы, регенерации тканей, печени и почек. Липотропные воздействия. Превращает избыточное накопление жира печенью в энергию. Защищает волосы от выпадения. Снижает утомление. Понижает уровень холестерина. Участвует в образовании холина, адреналина, цистеина, гликогена. Трианин. Липотропик. Образование коллагена и эластина. Гликогенные воздействия. Активация иммунной системы участвует в образовании иммуноглобулинов и антител. Рост тканей. Биосинтез изолицина. Энергообмен мышечных тканей. Триптофан. В сочетании с биотином витамин В1 и В6 способствует релаксации и хорошему сну. Подъем уровня гормона роста в крови. Содействует росту кожи и волос. Способствует улучшению пищеварения. Утилизация витаминов группы В, антидепрессант, используется при мигрени. Принимает участие в образовании серотонина, увеличивает сопротивляемость к стрессам. Фенилаланин, производство коллагена и соединительных тканей, улучшение памяти, внимания, настроения. Стимулятор центральной нервной системы, способствует запоминанию, образование нейротрансмиттеров, антидепрессант, уменьшает аппетит, улучшение функционирования кровеносной системы, трансмиссия допамина, образование инсулина, папаина, меланина, адреналина, норадреналина, допамина, тироксина и триодтиронина, увеличение работоспособности. Аланин. Регулирование уровня сахара в крови. Источник энергии для клеток мозга. Энергообразование. Запасание гликогена печенью и мышцами. Восстановление после травм. Процесс создания иммуноглобулинов и антител. Метаболизация сахара и органических кислот. Создание запасов энергии перед тренировкой. Источник глюкозы. Аргинин. Детоксикация и выведение аммиака. Подъем уровня гормона роста в крови. Процесса транспорта. Задержки азота, понижает уровень жира в организме. Рано заживление, образование коллагена, активизирует иммунную систему, снижает физическую и умственную усталость, повышает сперматогенез. Гепатопротектор, образование и формирование семенной жидкости, процессы роста мышечных клеток, синтезу гликогена в печени и мышцах, высвобождение глюкагона, пролактина, самостатина, адреналина, образование мочевины, креатина, орнитина, аргининфосфата, аспаргин, метаболизм нервной системы, строительный материал для клеток. Аспаргиновая кислота превращает углеводы в мышечную энергию. Увеличение активности иммунной системы увеличивает сопротивляемость утомлению. Формирование РНК и ДНК повышает выносливость. Действует как гепатопротектор. Синтезирует метионин, трианин и лизин. Гистидин. Образование красных и белых кровяных телец. Снижение остроты аллергии. Лечение ревматоидных артритов. Заживление язв пищеварительных органов. Снижение остроты анемии. Поддержание функций слухового нерва. Синтез протеина. Предшественник глютамина, сохранение иммунных функций, глицин, образование семенных заменимых аминокислот, антидепрессант, уменьшает тягу к сладостям, участвует в производстве креатина, расщеплении гликогена и продукции энергии, мобилизация жира из печени, образование иммуноглобулинов и антител, понижает кислотность желудочной среды, ускоряет рост костных тканей, глютамин, энергетическое топливо, повышает устойчивость к вирусам, стимулирует память, концентрацию внимания, стимулирует мыслительные процессы, метаболизм мозга, снижение интоксикации алкоголем, уменьшение остроты психических заболеваний, биосинтез триптофана, гистидина, пуринов, рибофлавина, фолиевой кислоты, нейтрализует свободный аммиак,
повышает умственную работоспособность. Глютаминовая кислота, метаболизм мозга, транспорт калия через кровяной барьер мозга, метаболизм аминокислот, метаболизм сахара и жиров, понижает гипогликемию, увеличивая уровень сахара в крови, биосинтез пролина и орнитина. Орнитин – увеличение уровня гормона роста в крови, уменьшение жира в организме, метаболизм мышечной ткани, укрепление иммунной системы, функционирование и регенерация тканей печени, образование мочевины, детоксикация аммиака, заживление тканей, уменьшает склонность к отложению жира в организме, снижает мышечное утомление, энергообмен в мускулатуре. Пролин – главный компонент коллагена, продукция энергии, функционирование суставов, укрепление сухожилий и связок, образование биологически важных пептидов, важный белковый строительный материал. Гидросипролин – важный белковый строительный материал человеческой клетки. Серин – продукция клеточной энергии, продукция ацетилхолина, образование гликогена, укрепление иммунной системы, биосинтез глицина, метионина, переносящий ацетилхолин. Тирозин – антидепрессант, активизирует функционирование надпочечников, гипофиза и щитовидной железы, образование красных и белых кровяных тел, снижение раздражительности, синтез меланина, образование норадреналина, угнетающего аппетит, стимуляция высвобождения гормона роста, который с витамином В6 увеличивает мышечную массу и снижает уровень жира в теле, биосинтез допамина, адреналина, гормонов щитовидной железы. Цистеин – детоксикатор, активизирует рост волос, уменьшает последствия курения и алкоголя, избавление от артритов, укрепление иммунной системы, заживление тканей, продукции желчи, повышает функционирование мозга, перенос аминокислот в организме. Цистин – антиоксидант, заживляет ожоги и раны, понижает болезненность при воспалениях, укрепление соединительных тканей, регенерация тканей, кожи и волос, повышает иммунную активность белых кровяных телец, защищает от ожирения печени. Цитрулин – выводит аммиак, восстанавливает после утомления, стимуляция иммунной системы, биосинтез орнитина, биосинтез мочевины. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!